Приветствую на канале. Гибкие солнечные панели – это такие же солнечные панели, только гораздо тоньше, легче и дешевле. Светопоглощающий активный слой солнечной пленки выполнен из специальных кристаллических полупроводниковых частиц диаметром 40 микромиллиметров, расположенных в виде единого слоя, закрепленного полимерной пленкой. Такую солнечную панель можно напечатать и свернуть в рулон, а уже при монтаже просто разматывать рулон и приклеивать солнечную панель, допустим, к стеклам на окнах, как обычную липкую ленту. Согласитесь, звучит довольно-таки заманчиво. Частицы полупроводников, которые наносят на пленку, содержат распространенные и недорогие элементы, такие как медь, цинк, олово, серу, селен. Каждая частица полупроводника покрыта довольно тонким буферным слоем для создания ПН-перехода. Основная инновация таких панелей является именно вот этот кристаллический полупроводниковый порошок. Технология изготовления гибких солнечных панелей приводит к снижению затрат на 30-50% по сравнению со средним показателем по отрасли. При таком проценте затрат произведенная электроэнерия конкурентоспособна по стоимости с традиционными источниками энергии.